С профессиональным праздником, который отмечается 21 ноября, работников налоговых органов России поздравили председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и глава Владимир Волков. Огромное спасибо за ваши труды, огромное спасибо и слова благодарности ветеранам, которые много лет уже отработали, сейчас находятся на заслуженном отдыхе, но тем самым передавая и опыт, и знания. Благодаря этому, конечно же, все мы идем вперед, все мы развиваемся. С большим уважением к вашей службе, спасибо за работу. Ну и цифры, те, которые в этом году на сегодня доходы уже собраны, поступили в наш бюджет, говорят сами за себя. Городские округа Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино обслуживает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 17 по Московской области. Благодарственными письмами главы Люберец, депутатского корпуса и знаками отличия сегодня награждены лучшие ее сотрудники. В настоящее время Федеральная налоговая служба – одно из самых технологичных и прогрессивных ведомств. В налоговой системе России выстроена собственная цифровая платформа для максимально удобного взаимодействия с гражданами. Ведется большая работа по повышению правовой грамотности людей. Напомню, что 2 декабря заканчивается срок уплаты имущественных, транспортных и земельных налогов. Не забудьте заплатить и спите спокойно.